Дорогие друзья, приглашаю вас принять участие в международном диктанте Победы, который состоится 3 сентября. Он посвящен 75-летию окончания Второй мировой войны. Диктант Победы, проводимый партией «Единая Россия» при поддержке Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества, это отличная возможность проверить свои знания, отдать дань памяти поколению победителей и присоединиться к огромному сообществу неравнодушных и эрудированных людей. В этом году площадки для проведения диктанта будут открыты практически во всех городах России, и участие в акции примут граждане десятков и десятков зарубежных государств, включая страны СНГ, Китай, Францию, США, Великобританию и другие. Как и прежде, предусмотрена возможность написания диктанта онлайн. На сайте акции уже размещены демонстрационные варианты. Не стоит бояться трудных вопросов. Все задания составлены экспертами Российского исторического общества таким образом, чтобы не просто выявить победителей, но и помочь участникам узнать что-то новое для себя. Я убежден, что диктант будет интересен людям самых разных возрастов, профессий и уровня подготовки. Желаю вам успехов и до встречи на диктанте Победы!